Последнее время принтер в этом кабинете работает в типографских масштабах. Чтобы выяснить, насколько популярно чтение среди молодежи, социолог Мария Лисаускени не жалеет ни сил, ни бумаги. Для составления объективной картины необходимо распечатать несколько сотен анкет. Эту анкету заполнили почти 300 иркутян, в основном это школьники и студенты. Всего 22 вопроса среди первоочередных: читаете ли вы художественную литературу и кто из современных писателей для вас представляет наибольший интерес. Результат внушает веру в будущее. Почти 99% респондентов ответили, что художественной литературой интересуются, и указали фамилии любимых авторов. Так, на одной ступени популярности – Достоевский, Стругацкие и Лукьяненко. На позиции выше – Перумов и Астафьев. А вот первое место – это почти сенсация. Под номером один идет наш земляк Валентин Распутин. Коэли он обошел почти на 41%, тот на последней строчке. Если раньше считалось, что молодое поколение – это пофигисты, так называемые, да, то сегодня мы не считаем так. Социологи так не считают, потому что молодое поколение болеет за свою родину. Отсюда и Распутин, который тоже призывает нас что-то делать для нашей Сибири, для нашего государства, для родины, и гордится ею. Продавцы книжных магазинов рейтинг популярности составляют своим способом. По их словам, Валентин Распутин хоть и известен молодежи, но все же принадлежит к числу так называемых библиотечных авторов. «Прощение с матерой» здесь последний раз покупали на прошлой неделе, и покупатель был в возрасте. Первые десятки – Пелевин, Акунин, Гришковец и Высоцкий. Данные разнятся с результатами опроса, которые проводили на факультете филологии и журналистики. Но тоже неплохо, отмечают продавцы, ведь авторы достойные. Чтобы у молодежи появился интерес читать классику классических авторов, то я думаю, что нужно побольше ставить фильмов по этим произведениям. Анастасия Зверькова, Константин Синицын. Новости сейчас.